Здравствуйте, Алмаз, компания Maxi Markets TV. Можно задать вам несколько вопросов? Добрый вечер, да, конечно. Давно ли вы торгуете на рынке Форекс и какими впечатлениями можете поделиться? Ну, опыт у меня на этот раз не очень. С сентября мы начали работать. До этого у меня был отрицательный опыт. Где-то года два или три назад я попытался тоже войти на рынок с вашей компанией. Но тогда было неудачно. Я разочаровался и больше не стал. После этого были несколько раз попытки ваших сотрудников мне позвонить. Но я уходил от контакта. Не выполнял там их поручения различные, там, насчет литературы и так далее. Но на этот раз Валентину, не знаю уж каким образом, но удалось убедить меня попробовать еще раз. Вот, и вот я ему очень в этом плане благодарен. И мы начали буквально с небольшой суммы. Вместе с бонусами получилось у нас 20 тысяч. На сегодняшний день на счету у меня сейчас более 100 тысяч. Расскажите, пожалуйста, немножко поподробнее о том, как вам помогает в работе ваш личный менеджер. Ну, мой личный менеджер – это Валентин Ганс. Он, постоянно, мы с ним буквально по любым вопросам на связи. Я с ним консультируюсь по сделкам. Он меня научил работать по сигналам. Вот. Когда у меня уже счет был после 40 тысяч, уже перевел меня на MetaTrader 4, убедив меня в том, что действительно здесь будет гораздо все проще. Я убедился, что действительно вот здесь гораздо все проще. Вот. Сейчас я, кроме Валентина, работаю уже и с Ильей. Это VIP-менеджер. Вот. И вот благодаря им мой счет вот сейчас такой. Алмаз, какими инструментами вы обычно работаете? Может быть, валютные пары или акции? Да, начинал я с валютных пар. Потом с Валентином мы пробовали немного и с акциями. Начинал я тогда с акции Apple. Вот тогда, честно говоря, я очень испугался, потому что у меня была большая просадка. Я тогда боялся, что депозит опять на этот раз уйдет у меня в ноль. Но нет, вот благодаря поддержке Валентина, его, так сказать, оптимистическому настрою, вот тогда все, сделка осуществилась в плюс. Вот, и после этого мы начали уже, я тогда вот убедился, что я ему тогда вот, после этой именно сделки я ему поверил. Uh-huh. Вот, мы начали дальше вот работать. Вот, он меня тогда убедил, что можно увеличить мой еще вклад. Убедил меня еще дополнительный депозит, значит, увеличить свой. И благодаря этому потом мы уже и с Ильей вот увеличили счет до этого времени. По любым вопросам, когда бы я с ним не созвонился, ну, разумеется, кроме выходных, он всегда на связи, вот, всегда готов ответить на любые мои вопросы. А как вы считаете, Форекс может стать основным заработком? Ну, честно говоря, когда я вот с Валентином начинал только работать, я об этом не задумывался. Потому что я сам по специальный врач, ну, смею надеяться, врач неплохой. Вот. Ну, конечно, здесь я столько не зарабатываю. В разы больше. Вот. Поэтому будущее покажет. А что бы вы посоветовали начинающим трейдерам? Начинающим трейдерам я бы посоветовал на начальных этапах полностью слушать своего персонального менеджера. Вот, выполнять все его инструкции, не заниматься самодеятельностью, так скажем. Mm-hmm. Потому что немало, не в моей практике, а вообще я слышал немало, что люди, думая, что уже всему научились, начинали самостоятельно там работать, пытаться, и в итоге, так скажем так, уходили в ноль. Uh-huh. Вот. Потом разочаровывались и начинали обвинять всех, кроме себя. Uh-huh. Алмаз, спасибо вам большое за уделенное время. Компания Maxi Market желает вам успешных торгов. Спасибо большое вам тоже.